Юбилейные узоры – так решили назвать творческий вечер, посвященный 30-летию самого известного и одного из самых любимых в Сергиевом Посаде коллективов Дворца культуры имени Гагарина, Народного хореографического ансамбля «Лада». То наши сердца зажигает сибирской махонкой, то курской петелькой, то в Троицкий встав хоровод, вокруг куполов не идут, проплывают тихонько. В их танце все то, что ценил и берег наш народ. История «Лады» началась в 1987 году. На базе Дворца культуры был создан творческий коллектив. Все эти 30 лет руководит ансамблем Татьяна Аминова. Она до сих пор помнит, как пришла в «Ладу», как начались совместные творческие поиски. Было страшновато, конечно, и коленки тряслись. Мне было всего 25 лет. Вот. А потом вот мы название это придумали уже, наверное, на следующий год. Вот, все хореографический коллектив и без названия. И вот девчонки, вот так, «Лада» и все. Мы потом очень много хотели поменять на другие, но вот «Лада», она вот коротко, емко, ясно. Вот «Лада», «Ладу», я их называю «Ладушки», мои любимые. Любимые «Ладушки» под руководством Татьяны Ивановны могут станцевать буквально все в репертуаре ансамбля наряду с русскими народными постановками, танцы и других народностей. Есть татарский, гуцульский, удмуртский, армянский. Больше всех, скорее всего, Армения, потому что все эмоции, и это танец, посвящен определенным событиям. В настоящее время в хореографическом ансамбле «Лада» 23 человека. Многие участники старшей группы занимаются в коллективе со дня его основания. «Лада» – постоянный участник и неоднократный победитель различных конкурсов и фестивалей, включая международные. Постановкам коллектива руку плескали в польском городе Побратиме Гнезно и в столице Германии Берлине. Я в коллективе нахожусь 11 лет, вот именно хожу на эти танцы к Татьяне Ивановне. Вот, в «Ладе» я танцую всего лишь 2 года. Я пришла на танцы, но меня дала мама в 4 года. Вот, и так все как бы хорошо пошло у меня, я начала как бы танцевать. Вот, и я не собираюсь это дело заканчивать. В течение 20 лет коллектив принимает активное участие в подготовке и проведении открытого международного фестиваля телекомпании Московской области «Братина». Ни одно значимое мероприятие Сергиева Посада и района не проходит без «Лады». Именно поэтому в этот день поздравлений успешному коллективу нескончаемый поток. Кто-то подготовил официальную речь, кто-то творческий подарок. Я помню чудное мгновение, передо мной явилась ты. И очень приятно, что через нашу «Ладу», нашу Сергиево-Посадскую «Ладу», прошло уже не одно поколение наших детишек, которые выросли прекрасно, эти купола, если можно так сказать, растут, развиваются, крепнут. И самое главное, радуют нас своим творчеством, своим искусством. «Лада» – это действительно не просто гордость, это достояние Радонежской земли. От себя, как вот объявили, от творческого коллеги, хочу добавить, что как режиссер массовых действий я всегда удивлялся нашей совместной работе в блиц-режиме. Они уникальны тем, что любой рисунок танца, любую лексику его умело вплетают в самые сложные тематические праздники, в наши постановки. Татьяну Ивановну хочу пригласить сюда, если позволите, все ее сегодня бедную сюда выманивают на сцену. Татьяна Ивановна, в это вербное воскресенье для начала хочу пригласить. И от нашей культурно-коммерческой фирмы мы хотим тоже сделать небольшой подарок, так как мы знаем, как мы всегда, как Татьяна Ивановна опять цитирует сегодня, пашем, мы мало отдыхаем. Татьяна Ивановна, мы решили вас отправить в небольшое путешествие в город Суздаль всем вашему коллективу. Подарок. Ура!
вам всего самого наилучшего, больших творческих побед, здоровья, хороших-хороших учеников. И все будет хорошо. Удачи вам везде и во всем. С вашим юбилеем! Поздравить «Ладу» приехали творческие коллективы учреждений культуры «Пересвета», «Краснозаводска», «Сергиева Посада», «Березняков» и, конечно же, любимые зрители. Люблю танцы «Лада». Очень такой коллектив городской, наш коллектив замечательный, чудесный, выступают везде. Творческих успехов, всего самого хорошего, процветания и много-много гастролей. Мы занимались когда-то, я знаю ее еще с рабочего поселка, очень давно знаю Татьяну, желаю ей вообще искренне, всегда переживаю, смотрю за ее постановками. И вот танец, армянский танец, мы давно уже полюбили, ждали его сегодня. Успехов Татьяне, самые лучшие пожелания и всего-всего хорошего. Девочки, я вам желаю продвижения. Татьяна Ивановна, удачи и творческих успехов. Хочу поздравить свой коллектив с 30-летием, с юбилеем. Надеюсь, что он будет также процветать и все с ним будет хорошо. Татьяна Трушкина, Сергей Власов, Михаил Жучков, День города.